Привет, ББ вещает! И привет всем нашим! Ну, чем не отечественный Скотт Пилигрим? Прекрасно. Выложу, кстати, Доктор Хаммер, если что. Бэбс повышает цены на могилы. Вот Оксан. Я запрещаю вам трахаться еще на полгода. Бля, прекрасно. Ну, типа обложка? Не, ну типа обложку можно. Я, если что, как бы на примечу, Катаксан. Парни хотят только одного, и это... Ну, короче, я понимаю, я сегодня кучу мимасов, если что, на обложку выложу, ребят. Эти мимасы рано или поздно будут выложены. В течение суток-двух. Ой, блядь. Ой, блядь. Вот смотрите, ребят, вот, смотрите, Шуе. Вот, смотрите, ребят. Шуе в чистейшем виде. Все, это вот Джокер, нахуй. Только из какого... То, кто режиссер, блядь? Только если бы Бэтмена снимала Баскова. Вот это вот Джокер, ребята. Боец XCOM изучает труп убитого им пришельца. Скинул бы шоколадного наца. Блядь, я это даже сохраню, сука. Ебучий бреня. Ой, блядь. Вот смотрите, он вот, смотрите, всю предложку засрал. Вот просто всю предложку засрал. Находишь лампу с джином, загадываешь ей два желания. Третий просишь выловить тебе золотую рыбку. Загадываешь ей два желания. На третий просишь вызвать старика Хаттабыча. Загадываешь ему два желания. Третий просишь конька-горбунка, от которого напоследок получаешь цветик-самицветик. Никаких ограничений. Всего только надо найти джина, а дальше как по нотам. Японский магнитофон. Ой, блядь. Реально шиз, нахуй. Я знаю много мудаков, но таких охуенно тупых, как эти двое, не видел ни разу. Точильный камень. Сука. ББ Фури, мемы против Фури, не фашист, свастика, Муссолини, фотожабы, Фури зло, Фури враг, Фури ББ зигует. Я уверен, что в Яндексе не так, ребята. Работа в Дикрасне без зарплаты. Надо ли быть обязательно ультраправым, чтобы быть здесь? Работа в болотном лагере, спящий настоящий бог, гомосексуализм, брат. Ну хотя бы тут у меня нет гомосексуализма среди модераторов. Я дам вам бесконечный суп из блядских жуков. Вы мне. Мои ноги мощь. И типа ты... Блядь, он меня этой пиздой из Street Fighter сделал. Ой, сука, блядь. Ну ты тормоз. Шел искать кувшин. Каждой минуты мы умираем. Сука. Тут реально можно писать каждую хуйню и так. Только еще как-то ну, вот нормально обрезать, чтобы картинки были одинаковые. Блять. Тысячи идей для кринжовых водожаб в моей голове. Ты хоть понимаешь, с кем связался бы? Да я-то понимаю, блять, с кем я связался. Ты заебал крутить здесь видео делы. Я никогда не пиздил холодильник, не надо. Тут и нас, кстати, между прочим, мне стой, а то мама будет стрелять. Я тебе в личку скину две вырезки уже. Я сейчас гляну, Андрюх, я сейчас гляну. Ну, актриса. Кстати, тоже сохраню. Ай, блядь. Расистские шутки бабай пятилетней давности. Контент паблика нет. Никаких расистских шуток пятилетней давности у меня нет. Нету, не пиздите, блядь, нет. Нет. Это вранье. Нет, не пишите, да, это не так. Прощай, канал, я всегда тебя ненавидел. Вот так и будет, ребята, рано или поздно. ББ Шатаныч, год без видео на ютубе. Смотрим фото. Согласен, согласен. Доход. Ну, это да, это мем. Но насчет вангеров это так. Весюлька Б. Очнулся сон. С чего вдруг начали, блядь, по вангерам кидать сюда?
Фотожабку. Суки. Базированный... Нет, все, ничего не знаю. Нет, 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 нет. Я бы реально такой пивас попил. Секс должен умереть. В России отключили монетизацию. ПБФНФ, сука, и довольно сидит, а. Блядь. ББ, когда думаешь, что нашел вещи ингейм. В террарии я конченый, бегите. Это не про... Сука, блядь. Ну да, ну да, ну да, ну да, драник. Я согласен с тобой. Менты в квартире Хаваса. Зритель на стриме, когда Бубы проиграл босса в Террарии, тебя ебёт, что, блядь. Катаксана в реальной жизни. Ты всегда был алкашнёй, Стив. Увидел магазин и решил попробовать. Мне, кстати, много кидали вот это пиво Харвестер. Очень много. Я что-то не выкладываю, не знаю. Веб-заработы. Нет, я сижу в своем классном кресле, а не на сратой старой табуретке в какой-то пропёрженной, изгаженной граффитими хате. И что это сейчас за работный стол? Смотрите, тут вот эта лампа, блядь. Из подъезда спизженная, кстати. Ксеркс внизу. И он даже ноги сюда не закинул. Охренеть. Бэпсон рабочий. О, спасибо, это мы сохраняем. Я же поначалу испугался, я думал, сейчас порнуха будет. Толстяк мой, блядь. Крепыш. Найдем еврейские корни. Сука. А, ну и все на этом, да. И на этом все. Да, все. Ой, блядь. Все это посохраняю себе сейчас, ну-ка. Ну и кто здесь маленький? Налепили меня на жирного Мелвина, охуенно, блядь. Спасибо челику из чата за это видео. Сандвич! Вот это вот я уже, когда... Ну, это я уже под конец стрима, когда смотрю фотожабу, ребят. Я с таким же ебалом сижу и сматываю, кстати, сохраню себе. Just kidding. Ой, блядь, доктор Хумер. Иди ты нахуй. Кстати, а вот да, и отличная идея для смайлика, доктор Хумер. Но я, наверное, чисто квадратик сделаю, вырежу, потому что там слишком оно иначе менее детализировано будет. Но я еще посмотрю, это главное не удаляй из предложки, если что. Вот нельзя было не налепить мое ебало на самолет, да? Вот нельзя было не налепить, да? Блять, это же кросса тут, сука, прилепил. Кондом, блядь. Вам не вам это не вам это не настопиздило, ребята? Вам это не настопиздило вот из раза в раз просто вот ну, блять, ну я все понимаю. Ну, навалик! Просто вот мою прическу навалик! И глаза с ртом, и... Он на котенка налепил бедного. Мягкие лапки, кстати, у котеночек. Он на котенка-то. Заебал! Еще и на лизуна, паскуда такая. Иудейский Арнольд и его братан Бреня.
На Грогу налепил. Тебя прикалывает мои глаза переворачивать? А это что, от этого глаза лучше становится или как это? Садомит. Вот это типичное ебало фотожабер. Вот Драник, Кот Оксан, они вот выглядят вот так. Они когда мое ебало от фотошопят, они потом вот тут, короче, такой комп, да? Там мое недовольное ебало, я смотрю фотожабы, и вот они. Вот сейчас смотрите, вот там фотожаба Кот Оксан. Вот он сейчас с таким ебалом сидит. Там. Вот вы представляете, он так вот, да, это. Вот Кот Оксан пишет, да, это тупо я, вот да. Модеры. Чья одобрение на фейк-аккаунтах. Да, просто золото, ребята. Молодцы. И вот Кот Оксан сейчас. Да, веселый чел, позитивный. Если я сейчас увижу еще один самолет с таким своим ебалом, я психану, ребята. Ей-богу, я психану. Ну ладно, хоть ебало не наклеили, это уже радует. В кабину Боинга, пролетающего над Атлантическим океаном, врывается террорист и наставляет на пилота револьвер. Орет: летим в Ирак, иначе я вышибу тебе мозги. Второй пилот ему спокойно говорит: я бы на вашем месте не наставлял пистолет на пилота, у него слабое сердце, а если его хватит инфаркт, то я один просто не буду в состоянии доставить вас туда, куда вы требуете. Немного поразмыслив, террорист направляет пушку на борт механика. Хорошо, я вышибу мозги ему, если вы не полетите туда, куда я сказал. Но бортмеханик тут же отвечает: зря вы так, без моей помощи пилотам до Ирака не долететь. Если вы меня убьете, то конечным пунктом этого самолета будет дно океана, и все. Тогда террорист хватает стюардессу, представляет пушку к виску и говорит: ну теперь-то вы точно полетите в Ирак, если не хотите, чтобы я разнес ей башку. Все теряются, но тут стюардесса что-то шепчет на ухо террористу, и у того сразу же встают волосы дыбом. Он краснеет, начинает дрожать, роняет пистолет, а экипаж, воспользовавшись этим, тут же набрасывается на террориста и скручивает его. Потом пилот спрашивает стюардессу, что же она ему такое сказала. Стюардесса отвечает: я ему сказал, что если он меня убьет, то ему самому придется сосать всего. Спасибо, ребята, за то, что на это я выберу какой-нибудь из этих. Ну да, типа такого я вот так вот сделаю и закину, ребят. Типа такого. Ну это, конечно, прекрасно вообще. Просто, ну, вот просто прекрасное ебало, ребят. Вот чел просто сделал какую-то непонятную хрень с телефона. Просто смотрите, вот просто мастер мемов, ребята. Учитесь у Егора Мещерякова. Он сделал типичный мемас, где люди обычно кидают гифки, но он пошел по другому пути. Он не стал вырезать и делать гифку. Он нашел этот ролик, заснял его с помощью телефона, пиратской версии, неоплаченной, так что аж тут находится значок X-Recorder, и поставил музыку, которую кидают уже все подряд именно с этой гифкой. Их нельзя вместе поставить, ребята. Что-то одно, другое. Просто гений. Вот просто. Блять. Да, кстати, у него еще и зарядка на 9%. Из последних сил пытался успеть выложить. Просто гений. Вот просто гений. Я не знаю. Вообще все. Вот просто все худшую квинтэссенцию собрал. Извините за кривой фотошоп. Старался как мог. Здравствуйте, солнце мое.
Угу. Ну все, я на... Ну, ребята, на сегодня все. Да. На сегодня, ребята, все. Ля. Что же вы посуду переводите? Да это я так. Почувствуйте, блядь. Блядь. Вообще аномалия каком-то желания, блядь, поебать это от Тарковского. Я вот застрял в мясорубке и пивко пью. Здоровья вам и хорошего чувствования. Бля, балдеж, ребят. Балдеж. Ой, блядь. Ну и где эти бутерброды с чаем? Ладно, золотые фотожабы. Жестко поел бутеров. Тоже смешно, хорошо. Ну смешно же. Но это еще наелся бутеров и спит. Ладно, это тоже смешно. Вот, Оксан. Это тоже смешно. Блять, они из сталкера Тарковского мемы делают. На этом, пожалуй, будем заканчивать, друзья мои. Мы прямо пойти не можем. Блять, пиздос. Сука, ты уёбок, блять. Ты не чувствуешь, что ли? Сука, блять, за такие вопросы меня в зоне убивают нахер. Мудак. Вот это я прямо сейчас и выложу. Муа!